Ha!
Так, слышно, не слышно? Не слышно. А так, слышно? Короче, мне сестра говорит. О, победа. О. Привет. А? Привет. Как жизнь? Ничего. Вот убила Лори и познакомилась с тобой. Классика в моем царстве-государстве. Ну, бывает. Так, ну, у меня сестра на фоне орёт. Это нормально. Так. Может, потерпишь. Да. Ну, погнали тогда. Я до 4 часов могу. А вот. Сколько у тебя времени сейчас? Пол четвертого. Ага, окей. Значит, мы в одном регионе примерно. Ну, или хотя бы в одном часовом.
Угу. Лады. Призывай. Секунду. Хава. Только не знаю, за кого поиграть. Ну, я гоняю на Мэгги, а качаю Катьку. Пока что. Пока что. Параллельно купила духа и клоуна. На них фармить получается быстрее. Я духом играю сейчас. Ну вот на ней просто люто получается, на мой вкус. Девочка, здоровайся! Это Роза, это Батик, это Мила. Это не выкупалась. Пойду на Мэг. Я просто и премиум недавно скачала. И... только 9 уровень. О, это беда. Не, не знаю, я решила, что я премиум не могу закладывать потом. Пойти. Потом. Смотри, выбирай сама, на чем тебе комфортнее. Настоящая роза. Да, наверное, закладывайку, пойду лучше. Погнали. Стелл победитель. Тише, пожалуйста, тварь, я ничего не слышу из тебя. Сидит на ухо, орёт. Варвара? Да. Варвара просто тоже хочет участвовать. Я упала! Да. Вот. Я упала. Полдела. Я лежу на стуле. Да? Всем очень интересно, держи в курсе. О, дамочка. Вот кто у нас будет мишенью. Вот кто примет весь удар на себя. У меня другу недавно лагбан дали. Что он сделал? Не знаю, что он не сказал. Адамил на всю? Возможно. Вообще, у меня знакомый тоже. Ну, друг, хорошо. Короче, тоже играл в ДБД. Давно, правда, уже. Вот, ему тоже дали вагбан за то, что он написал, типа, в поддержку, почему у него ранг не качается. Типа. А, действительно. Вот, ему вагбан дали просто. Не умеешь качать ранг, не пиши в поддержку. Нубов не поддерживаем. Так у него вообще не качался ранг. Типа, ну, блин. Так, может... Он-то нормально играет. У него 1000 с чем-то часов о, было. Анечка. Ты где, ты где, ты где? А я на этом, на по мостике. Блин, она что-то пришла, что ли, сюда. Там, где деревянный такой мостик. Ой, да хочется. Да. Блин, коза обнаружила. Я возле каких-то ворот. Молодец, сделай денег. Господи. О, кто-то поработал хорошо. Блин, у меня, конечно, тут дело не очень. У меня сейчас немножечко. Ой, у нее порча погибель. А так вроде поломили. Нет. Что-то другое, блин, значит. Да как так-то? Ничего себе, она топоры кидает через этот. Через забор, через камень. Капец. Ну, я же точно, я обошла, ну, получается, я скинула палету и стала заходить направо или налево, короче, направо, обходя камень, надо было, блин, присаживаться вместо этого, ну ладно. Тебя она... кто-то идет спасать? Да чини, чини, тут кто-то белый-белый. А порчу сломали, нет? Нет, я чиню с порчей. А что же могу походить, тогда? Поискать. Да не. Ну, ты умеешь порчу чинить? Она тут где-то кемперит мне, ля-ля-ля. У меня меньше половины осталось. Я рядом с этим, с домиком. Блин, домик в этой игре понятие растяжимое. Да, я знаю. Ну, тут денег на втором этаже. Блин. Ладно, ну мы влачу будем, наверное, сейчас делать. Я хочу... У меня это... мародерка. Я хочу взять что-нибудь.
Марюди, ты мне мешаешь. Так. Хаба. Опа, молодец. Ну она у нас. Понятно, значит я спасать пойду. Она где-то тут песенку поет. Блин, а какого сложна она песенку поет? Может, у меня императив, то, что я тусуюсь у нее? Ой, она кемперит, она кемперит. Я спасаю. Блин, а что она песню-то тут поет? Найс, спасла. Ладно. Блин. Розовый аптекар. Блин, она... Вот я в лачуге нахожусь, а она песню слышно было тут. А я что-то к себе бегу. Ты этот... Ну, иди сюда, где ты тут? Да я уже все, она повесила ее. Еще один раз. Это я. Да я вижу, вижу. Почему это? Давай, Хельма. Давай, Хельма. Я тут это обнаружила. Ой, сори, сори. Она рядом. Ну, мы сейчас вылечимся и по педалям. Стелсом. Нет? Блин. Пойду посмотрю, может, тут этот. Как его? Вот, вот, вот. Нашла, нашла, нашла. О! Давай. Че, мне потигенник чинить? Проклятие, охотничий азарт. Не факт, что это оно. Я тебе так скажу. Ну ладно. Может, у нее три? Да, у нее три. Вот сучка. Понабирают по объявлению. Я пойду еще искать. Что делать? Ой. О, май. Так, она тут за кем-то носится. Я в этом домике поищу большого. Я возле лежачей. А здесь уже... Или нет? Да тут дело в том, что с этим всем очень... Да. Да, он еще спрыгнул. Что-то она какого-то рожна сюда пошла. А ну-ка, может, здесь? Да я в большом тоже. Ну, мы, блин, пока ищем, мы уже доделали все. Ты сундук открыла? Да. У меня мордерка. Короче, мы все помрем тут быстрее, чем найдем этот. Сундук? Зеленый тулбокс надо. Сундук? Вообще пофигу, не знаю. А, это красная аптечка. Давай я поменяю тулбокс на аптечку. Если что, там то аптечка валяется. Господи, я не понимаю, где этот тотем. Я уже полкарты обижал. Да, либо... мы сломали два. Ага, он самоубился. Он все понял. Что смысла в этом нет. Ну, мне, в принципе, солидарно. Короче, чиним порчу. Так, она носится на верхней. Нету порчи нигде. Стоп. Чё, где? Опять она меня, она что-то меня сверху нашла, что ли. Так, а тут же нету ни черта. Да ёп! Дурный балет, ну как так-то? Раздражительная какая-то Аннушка. Но кидается она хорошо.
Там идет над тобой. Кто-то вроде идет, но она тут ля-ля-лякает где-то неподалеку. А, она на домике. Это я иду. А есть ли смысл? Наверное, чей есть смысл выходить в стелс какой-нибудь, дожидаться, когда она всех порешит, и уходить в люк? Зачем она нам надо? Да. О, денег завел. Кто-то. А эй, ты, блядь, кидается какая. Так. Поменяла на аптеку. Я погоню в середину карты искать. Так что я с ней встречусь, блин. Да где же сраный выход-то? Да где, бля? Догнала и по спине дала через окно. Жесть. Я потом перепосмотрю. Я на Twitch стрим выложу. Если что, у меня подо мной этот... такого... аптечка. Половина фиолетовая. Рядышком возле меня там ящик. Половина зеленого тулбокса. Ну, мне кажется, я сейчас тоже сольюсь, поэтому. Так а ты это. Ходи чисто по углу. И не бегай так активно. Тут Мэгги чинит вовсю. Она на пароводе. Это на пароходе. Mm-hmm. Блин, как так? Просто где может быть этот тотем? Ну, он в последнее время спавнится даже вот там вот по краям карты. Ну, я там вроде тоже ходила, но... Ну, в смысле, вот тут вот в каких-то укромных местах. Ну, она же, видишь, паразитка, она 3 тотема поставила. А, все, она девочку уработала. Прячься в этот, в ящик. Если у нее барбекюха, то она чтоб тебя не увидела. Она померла. Так. Мне люк искать? Ну, тактики две. Либо, если ты быстренько пробегаешь, выходи. Либо к воротам. Ну, ворота здесь рядом вроде были. Где-то. Ну, тогда прячься в уголочек к воротам. Ну, если по пути ты люк не найдешь. Просто моя тактика обычно такая. Я прячусь возле ворот. Присядь. Ты шелестишь. Она рядом. Блин, она ж рядом, да. Ну дай ей проверить. Сядь. Дай же ей проверить. Она сзади. А пофигу. Ну ладно. Может, у нее шепоты какие-то или еще какая-то хрень подобная. Давай. Блин, вот нафига эти двигал-выгал, если она нифига не работает. Вот так, вот психушка. Ага, ты еще и машешь. Ну, по-хорошему вчинивали бы в порчу, и все бы было бы в порядочке. Итак, что у нее? Порча колыбелька, порча охотничий азарт, порча погибель. Вот тебе и все. Сколько у нее получается? Раз, два, три, четыре тотема, что ли? Четыре тотема? Ну, порча охотничий азарт. Ложная надежда для выживших. Сейчас. Прокрутится.
Нет, три тотема. Получается, два мы прибили. Колыбельную и охотничьи азарты. Осталось порча погибель. Угу. Ну, такое. Так, смотри, 10 минут осталось. Да, вижу. У нас есть шанс вайпнуться еще разочек. Угу. А ты учишься еще, да? Нет, я уже умею. Смотря в каком смысле. Я про школу. Ну, про школу, институт или что-то. А, да я уже два закончила. Я уже работаю давно. Ничего себе. А по голосу мне даже там пиво и сигареты не продают на вечеринке. Мне все говорят, девочка, ты маленькая, иди отсюда. Говорю, да мне 28, пожалуйста, продайте мне пиво. Серьезно. Я им показываю, говорю, вот мое удостоверение с работы, вот кольцо, я замужем. Говорю, пожалуйста, продайте. Меня муж просил сигареты купить. Короче, без мужа мне сигареты не продают. Ужас. Ну, вот такое. А ты на кого отучилась? Технология переработки полимеров и эластомеров и английская филология. О, круто. Но работала я вообще нигде. Ну, не там, не там. Ну, чего так? А не знаю, как-то куда не приходила работать, сюда брали экономистом. Бывает. Ну, просто есть такая теория о том, что инженеры, они, типа, могут всё... Независимо от того, что им не задай, они просто более образованы, чем остальные ветки. Ну, не в обиду остальным веткам, конечно, просто более комплексное изучение. А у тебя ты еще в школе учишься? Да. В 9-й только перехожу. В 9-й, ну, самое оно. Mm-hmm. Пока есть возможность определиться, что нравится, это самое классное время. Так. Что у нас здесь? Я любимая жена. Опять порча. Ой, я нашла тотем. Давай, вали. Ой, мне так... А, это дух. О. Стой, а... Стоп, порчу ломать или нет? Ломай. Лучше ломай, сейчас она минуту... Даже если так... Ну ничего, она... Зато мы точно следующий завалим такой, какой надо. Только смывайся благополучно оттуда, да и все. Где ты там ее поломала? Там да, уже все. Мы с Кладой тут бегаем. И вам ГГ. А где вы бегаете? Ну, как сказать-то? Тут генератор. Сундук. Ну, относительно большого дома. Ну, блин, я вижу дом большой. Ну, главный стать. Она у нее скоро откатится. Всё, надо еще живем. А Кладет, видимо, заметила, что порча стоит, и пошла искать. Ай, ладно, буду чинить. Ты, кстати, одержимость? Да, я вижу. Она тут пацанярика какого-то нашла. Эх, бодрая. Так, я поломала еще один тотем. Итого мы сломали пока два тотема. Ориентировочно. Так, я нашла еще один. Я искренне надеюсь, что это тот. Прямо посреди улицы, понимаешь? Если что, если она сейчас прибежит за мной, я тут помру прямо на том месте, где он. Угу. Специально. Все. О, красотка. Я почти гений дочинила. Блин,
Мне в телегу пишут, а я не могу. Так. Оп. Умничка. Так, я в домике в центральном сейчас буду пороть в этом. Блин, я опять нашла аптечку. Что ж мне на нее так везет? На эту аптечку, ладно. Ты заметила, Варвара приучила. Она ушла в другую комнату. А, окей. Так, если у нее барбекюха, то есть смысл прятаться по ящикам. Нету смысла. Ты на втором? Да, я убегаю. Ааа, выбежала прямо на нее! Почему? Пытаюсь отвести от жертвы. Если что, я теперь чиню денег в главном. Так, я веду подальше. Занимаюсь самолечением. Ну, дух хорошо. Это шелестит хотя бы. Так, кто там по первому этажу носится? Не знаю, но я на втором. Сейчас приду. Мне меньше половины уже осталось. Потому что что? Вместе веселее. Да. Но здесь где-то рядом Рин. Да, я слышу, кто-то тут поломатый носится. Он справа от нас прямо. Эст, кто тут плачет? Где тут наша... Блин. Ма! Убегай лучше. Она там внизу носилась. Внизу? Ну вот она пришла по нашей душе. Так, валим в какую-то другую сторону. Я упала. В какой... А. Так, здесь что? Я была. Нет, не была. Так, я кого-то тут подставляю во все. Абсолютно случайно. Так, у меня еще есть мысль о том, что нужно поломать все тотемы на случай, если она у нас порченная. Ну да. Господи! Портнула прямо к тебе? Да. Красавица. Страшно было. А ты слушай, если она шумит, значит нужно менять местоположение. Значит она сейчас появится. Она же тебя не видит? Да ё-моё, ну... Понятно. Первый раз висишь? Первый раз висишь? Да, первый. Есть. Блин. Я ее попытаюсь отвести сейчас. А никто за мной не бежит. Бля, я вот в текстурах немножечко запуталась. Быстрее. Это было феерично. Я умудрилась перепрыгнуть к ней. Она ударила, но не дала по спине.
Ну все, у меня Габелла по-любому. Чисто потому что я ее проводила вокруг 3 раза. Я перепрыгнула к ней через доску. Она ударила. Ой, да снова меня, да почему да. Я буду торпеда? Но она уже кого-то хоть пытается, по всей видимости. Я пойду лечить себя на второй этаж. Так, сейчас. Ты уверена, что это хорошая идея? Ну, она носится за кем-то. Ага, окей. Сейчас иду. Ты где? Да я себя лечу сама. А, ну молодец, молодец, ладно. Вижу, Мэг бежит. Вроде не ты. Надо, блин, генератор найти. А то мы как-то забыли эту свою основную задачу. Я чинила, да. Что-то это. Привет ко мне. Фига. Блин, что, чувак пытается сама слезть? Он что, дурачок? Ладно, я пошла снимать. Да я сама уже бегу. Тогда не пошла. Ой, там кого-то повалили. Плохо. Снимешь второго? Ну, если смогу. Ну, ты рядышком? Ты рядышком? Не совсем, но могу добежать. Не, а, нет, не, я имею в виду того первого. Да, 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 сейчас конечно. Я уже сняла ее. Ну, кладет. Могу к этому побежать. Это тоже не очень хорошее, надо было дать ей возможность посидеть. Ой, кто тут бежит, всех ворон разгоняет. Угадай. Если что, я прям там, где ты только что бежала, чиню. Enjoy, if you want. Теперь слышу. Она прибежала. Блин, она меня спалила. Да, уже заметила. Я случайно. А я не помню, сколько раз я там. Лучше... А ну-ка, давай посмотрим. Сразу. Угу. Ой. Да, сняла. Стопай, не снимай, не снимай, убегай, убегай. А, блин. Убегай. Не, да, давай. Блин, нас сейчас двоих положат, пошли тогда отсюда. Так, тебя чинить. Не особо. Говорю ж тебе. Убежала бы, потом вернулась. Плохие дела. Ну ладно. А еще -2 челик, скорее всего. -1. Бросаю. Ну как? Она меня ищет уже, она не берет. У меня этот осколок есть. А, ну конечно, она с тобой не пойдет. Да. Че, ну ушла? Валяй! Быстро хилимся. Куда уходишь? Иди сюда. А, нет. Расход, друзья. Забираю на себя. Сейчас я себя прохилю. А вы хильтесь. А я пока повожу. А, нет. Ни хрена, да?
Ну, у меня нету больше осколка. Вали оттуда. Сейчас минус чел. Блин. Что делать? Чё, где она? Вроде ушла отсюда, я могу здесь дочинить генератор. Она за мной гоняется пока. Попробую поводить в этой. В лачуге, по-моему, она еще не продана. Я чиню. Ага, ну все, чини. А, она еще и машет, вот сучка. Ну, типа... Она в твою сторону портается. Отходи оттуда медленно. А, блин, я забыла прожаться. Японок. Сори. Я выйти не успела. А зачем выходить? Ну, победила, победила. Ладно, карать. Тебя ж заминусуют ран. Ой, это не убивает. Вроде. Ты не трогайте меня, господи. Как тесто месяч по звуку. Давай, давай, жми. А, не, нифига опять. А, опять нифига. Она мне, главное, спустила сначала. Перед крюком. Может, случайно. Возможно. А, мы уже с этим оленем играли. Он не очень хороший. Вот прямо нервный парень. Вип. Угу. Ну, собственно, что ожидать от человека с таким никнеймом? Ну да. Макс, Москва. Ну ладно тогда. Давай, пока-пока-пока. Спасибо пока. За игру. Пишем. И тебе. Пока. Пока.